Продолжаем выпуск. По итогам 2016 года Актюбинская область заняла лидирующие позиции по Казахстану в реализации программ поддержки малого и среднего бизнеса. Так, только по программе «Дорожная карта бизнеса 2020» с начала года было одобрено субсидирование 157 проектов на общую сумму кредита 15,6 миллиардов тенге. Увеличилось и количество проектов, субсидированных в сельской местности. Предпринимательская активность актюбинцев растет. По итогам 2016 года Актюбинская область заняла первое место в республике по количеству одобренных договоров гарантии. Высокую позицию занимают регионы по количеству одобренных проектов по субсидированию. Для бизнеса на сегодняшний день необходима какая помощь со стороны государства? Это одна из важнейших видов помощи. Это субсидирование процентных ставок по кредитам, а также гарантирование залогов, потому что именно не хватает у предпринимателей на сегодняшний день недостаточно залога. А дальше уже, естественно, конечно, снижение административных барьеров – это тоже один из видов важных работ. Внедряются в нашем регионе пилотные программы по поддержке предпринимателей. Одна из таких программ – «Кендала», разработанная для поддержки сельских предпринимателей. По программе им предоставляется микрокредитование до 10 миллионов тенге со сроком погашения до 5 лет под 8,3%. А программа «Жас Старт» направлена на активную молодежь, которая хочет открыть собственное дело. Только в прошлом году было одобрено 15 проектов на сумму 200 миллионов тенге. Обе программы были разработаны фондом «Дому» при поддержке Акимата области. Проект реализуется в этом году дополнительно. Тоже Акимат выделил средства. Мы выделяем средства, будем ежегодно поддерживать начинание молодых предпринимателей, а также предпринимателей сельской местности. Далее в рамках других программ фонд реализует также программы в рамках Единого накопительного пенсионного фонда, женского предпринимательства, по программам «Ундерес» переработчиков. То есть мы поддержали в прошлом году 221 проект на 16 миллиардов тенге. Однако, как пояснила руководитель управления предпринимательства Анар Даржанова, имеются и некоторые проблемы. Это неумение пользоваться бизнес-инструментами. Особенно такая проблема отмечается на селе. Еще одна проблема заключается в недопонимании механизмов государственной поддержки. Для решения этого вопроса планируется создать рабочую группу, которая будет разъяснять программу населению. Мы совместно с фондом «Дому», с Атамекеном на 2017 год у нас ряд запланированных мероприятий есть. Это день открытия их дверей еженедельно мы будем проводить, это поездка в те же районы, это, значит, встреча с предпринимателями по внесению изменений в нормативно-правовые акты. Всего в 2016 году в рамках госпрограмм, реализуемых через фонд «Дому», актюбинцы получили поддержку по 529 финансовым инструментам. Ольга Литвина, Мержан Аманжолов, Казахстан, Актюбинск.